Помимо Nick Cave and the Bad Seeds, он участвует еще как минимум в трех музыкальных проектах, пишет книги и сценарии, а также сочиняет стихи и музыку к фильмам. И самое главное, ведь все успевает, зараза. Прям как в свое время герой нашей сегодняшней рубрики «Шоу с переодеваниями» – великий русский ученый и общественный деятель Дмитрий Иванович Менделеев. Давайте полюбуемся на него в конце концов. Ой ты, господи, тьфу ты, блин, приснится же такое, черт бы побрал эту периодическую таблицу химических элементов. Ох, ладно, пора собираться, а то же у меня дел-то не проворот. Я ж и химик, и физик, и экономист, и технолог, и геолог, и педагог, и воздухоплаватель. Но мало кто знает, что периодически я еще подрабатываю Дедом Морозом. А шо, внешность у меня колоритная, позволяет, да и лишняя прибавка к пенсии не помешает, как говорится. Тем более, что лучшего подарка для русского человека, чем бутылочка водочки, и не придумаешь в Новый год-то. А моя водочка самая экологическая, чистая, без всякой там химии. Оп! Jingle bells, jingle bells, jingle all the way. You look so young, like a daisy in my lazy eyes.